А у нас тут пирожки. Вот такие серые. Потому что вот из такой муки. Пирожки с капустой и с красной смородиной. Блины для мужа из белой муки. Вот такие у нас помидоры. Тут придется обрезать. Вот такие. Это красная смородина. Своим гераням пришлось прикусить верхушки, потому что длинные, нестойкие, а так они пойдут сучками и будут поустойчивее. Это столетник. После уборки лука грядку сделали. Хочу посеять шпинат. Ну, не весь пакетик, наверное. Редис. Здесь у меня свои семена, а здесь укроп. Попозже. Жара спадет, посею. Сильный ветер опять у нас. Пришлось снять с высокой опоры вот эти петуньи. Валяю их. Это все валило. Ветер кошмарный. Все разваливает. Такая у меня зацвела. Такой флокс. Баси жарко. Еще один лежит. Флоксы у меня разные. И чем-то они отличаются друг от дружки оттенком. Тут синий еще не зацвел, свекольный. Такие. Петунии я вот от двух мест отсюда сняла. Вот тут клематис бутона набирает. Его будет не видно. Обрезала бутоны, урос, завяли. Пусть отдыхает. Фасоли какие цветные стручки. Вот еще. Надо собирать вот эти уже большие стручки. Вьющаяся у меня фасоль. А это белая фасоль. Такие стручки. Цилиндры.
второй цветок дал уже. Клематис.